Саран-саран, с вами Ариран. Ребята, я хочу сегодня посмотреть сразу три новых клипа. Это будут GOT7, Seventeen и MEPIS-X. И я разделю реакцию на три части, как и в прошлый раз. Сейчас я буду смотреть конкретно GOT7. Песня называется My Swagger. И уже многие меня попросили снять реакцию на этот клип. Но, к сожалению, из-за авторских прав аудиофайл я вставить в видео не смогу. Поэтому я ссылочку оставлю в описании на оригинал клипа. Хотите, запустите одновременно вместе со мной, чтобы все слышать и смотреть. Все, в общем, так, давайте начнем. И раз, два, три, поехали. Я забыла сделать тише так громко. Так, ну пока что фоточки. Так, я ничего не слышу, себя не слышу. Ой, бэм-бэм, такой бандинчик, у него такой пояс длиннючий, он в линзах, да? Значит, ребят, мне клип напоминает по стилистике некоторые клипы NCT, это раз. А во-вторых, я сегодня буду смотреть еще MEPIS-X, у них есть клип Swagger Time, и похоже, вот стиль одежды очень похож, ну и на NCT тоже похож. Блин. Че я так отреагировала, это я из-за Джексона. Что-то он какой-то в этот раз такой. О, башмаком кальмар! Опа, шубана. Фоточки опять? Ну, это GOT7, и это абсолютно их, в принципе, стиль. О, вы видели там такое вот? Или такое вот, я не знаю, как показать вот с этой гантелькой. Какой же ты, блин, ёлки-моталки и красивый макне. У Марка очень красивая прическа и сережечки. Лидер такой. Ну, короче, вы поняли, под такой клип сразу хочется плясать и отжигать. JB был такой сексуальный только что. Ну да, ну да. Гём, конечно, блин, меняется просто невероятно. Ух ты, блин, JB так смотрит в камеру, когда делает эти движения. Вот серьезно, Югем все хорошее и хорошее. Только не говорите, что это конец. Джуниор не меняется вообще. У него фишка такая, не взрослеть. Мне нравится, когда лидер в этой в капюшоне. Оу, ну зажгли, зажгли, ребятки. Вот, тут еще что-то. Прикольные. Прикольные перцы, конечно. Эпик, эпик. Эти яркие мордашки в камеру, крупный план, то, что я люблю, клево. Очень сильно, как я уже сказала, повторюсь еще раз, меняется Югем, он становится старше и становится более утонченным, хотя никогда он сильно маленьким не был, то есть он не выглядел макнешечкой в группе, как по мне. Не меняется абсолютно Джуниор. Да, я даже не представляю, что будет, если вдруг его в один прекрасный момент покрасят в блонд. Он же ж не был никогда блондом. А, ой, кстати, меня будут ругать, то, что я Джуниора называю, Джиньона называю Джуниором, потому что не любят это дело. Но, ребят, вы поймите, я просто эту группу знаю еще с проекта JJ с дорамы «Одержимой мечтой», поэтому вот прилипла ко мне Джуниор, и я не слежу за группой постоянно для того, чтобы перепривыкнуть уже на Джиньона, поэтому меня проскакивает, когда я не задумываюсь.
задумываюсь, его все равно называют Джуниором. Но кто вот новенький в фан-клубе, пожалуйста, называйте его сразу Джиньоном, ибо вы можете наткнуться на агрессию со стороны поклонников GOT7, хотя я считаю, что это не важно. Главное любить ребят и хорошо к ним относиться, правильно? Вот. Все, я обещаю рассказать свой сон про Джуниора и про вампирчиков, и вы меня уже много раз спрашивали, я каждый раз об этом упоминаю, но у меня не дошло, в общем, дело до своих сновидений, может, когда-нибудь я об этом расскажу. Все, что еще? Лидер очень был сексуальный, также мне понравился прикид Джексона, также наш главный солист в группе тоже хороший, и мне понравился его цвет волос. Еще что? Кого я еще? Марк. Сижу такая еще, ну кого я забыла? Маркушу, конечно же, несмотря на то, что вот бес мой в этой группе вместе с Джексоном, но Марк мне нравится на данном этапе больше, и он, в общем, ну вот такой, как я люблю, поэтому все было в этот раз идеально, и клип заводной, летний, тусовочный такой, поэтому все клево, все супер, смотрите остальные реакции, которые скоро выйдут на канале, на этом саран-саран, с вами была Риран, я вас всех целую, люблю. Пока-пока-пока.